Здравствуйте, дорогие друзья! Кузнецов Дмитрий на связи. Ну вот очередной ролик «Банк Русский Стандарт». Кто думает, что коллекторы, там взыскатели сами в буквальном смысле набирают номер телефона должника, клиента, вот вам доказательство того, что они, бедняжки, под пули заброшены их жестоким начальством и вынуждены терпеть вот такие вот издевательства. Ну, в данном конкретном случае я ее пожалел, но по голосу вы услышите, с каким рвением она работает. Давайте внимание, «Русский Стандарт» пытается взыскивать несуществующий долг. Поехали. Да. Алло. Да. Добрый день, меня зовут Алина Ильевна. Как зовут? Банк. Алина Ильевна. Банк «Русский Стандарт». Алина Наильевна? Да, да. А фамилия «Банк Русский Стандарт», я правильно понимаю? Странная фамилия. Нет, Зинурова Алина Наильевна. Пожалуйста, повнятнее, пожалуйста. Вам не по себе, когда вы свою фамилию называете? Нет, конечно же. Ну так, пожалуйста, будьте любезны, внятно. Назовите свое фамилию, имя, отчество. Вы официальный звонок совершаете или нет? Конечно же, меня зовут Зинурова Алина Наильевна. Фамилию я не услышал. Я пока не услышу фамилию, я не начну диалог конструктивный. Зинурова. Зинурина? Алина Наильевна. Алина Наильевна, да? Как вам удобно, чтобы я к вам обращался? Алина Наильевна или Алина? Конечно же, можно Алина просто. Алина, я вас слушаю. Да, вот хотелось бы информацию удостоверить все-таки. Номер данный, на который позвонила, принадлежит Кузнецову Дмитрию Евгеньевичу. Евгеньевичу. Ага. Все верно. Все верно, да? Могу уточнить, это вы, да, Дмитрий Евгеньевич? Да, мне номер принадлежит. Очень приятно, Дмитрий Евгеньевич. Да ну не обманывайте. Вот. По голосу не сказать, что вам очень приятно. Через себя переступаете. Скажите мне, Алина, а вы кого больше ненавидите? Свою работу, меня или свое руководство? Ну, Дмитрий Евгеньевич, за то, что оно заставляет вас звонить людям, заведомо понимающим, что этот звонок бесполезный, и вы в то же время готовы, собственно, к ситуации, вы понимаете, что ни о чем вы со мной не договоритесь, но вы обязаны позвонить, вернее, среагировать. Это же аппаратура, вы же не сами набираете мой номер телефона, верно? Аппаратура вас соединяет со мной. Да. Верно, Дмитрий. И вот за это вы кого больше всего ненавидите? Меня, потому что мне нужно звонить, потому что я такой наглый и не плачу в банк, потому что не считаю это нужным. Свое начальство, которое вас под пули бросает, либо, может быть, свою работу. Кого вы больше Дмитрий ненавидите? Дмитрий Евгеньевич, хотелось бы все-таки конструктивно. А мы конструктивно общаемся. Я же с огромной симпатией воскресной к вам. Сегодня воскресенье, вы на работе там. А я в своей хорошей машине еду с семьей, кондиционер включен. Хотите, вот музыку включу, смотрите, если не верите, сейчас вот раз, у меня Эльдорадио играет. Смотрите. Ну, хорошо, поняла вас, Дмитрий Евгеньевич. По предыдущим комментариям... Представляете, какая разница в нашем с вами восприятии мира? Ну, давайте, говорите, что вам там они заставляют вас говорить. Такую приятную девушку. Ну, все же, Дмитрий Евгеньевич, да, вот вы, получается, отказываетесь от оплаты, да? Угу. Могу все-таки зафиксировать отказ от оплаты? А у вас, подождите, у вас там какая-то такой большой сверток, похожий на рулон обоев, где вы все время фиксируете, потому что за сколько там, по-моему, уже, по-моему, 3 года скоро, да, каждый звонок вы это фиксируете. А что, у вас надо, вы книгу рекордов Гиннесса хотите попасть по фиксациям отказов или что? Я не пойму. Ну вы тогда официально как-то это все делаете, демонстрируете потом по телевидению программу свою. Вот у нас мы больше всего отказов зафиксировали. Я даже гонораром не буду, не буду претендовать на ваш гонорар. Хорошо, Дмитрий Евгеньевич, поняла вас, вашу точку зрения. И вы вот видите, зрения... поняла. А вот знаете еще, Алина? А я вот недавно, буквально, у меня есть знакомый полковник полиции, он достаточно серьезный человек, он по области, и он мне по секрету сказал, что в Санкт-Петербурге и в Москве зарегистрировано, вот в Санкт-Петербурге, соответственно, 3 заявления, а в Москве 8 заявлений,
как коллекторам и вот службам взыскания за то, что они вот людям мешают жить, плеснули кислоту в физиономию. Представляете, официально я вам заявляю. Как вы к этому относитесь? Правильно сделали люди или неправильно? Дмитрий Евгеньевич, сейчас вообще не, ну вы понимаете, как серьезно, как это не о том. Да мы о вашей безопасности, уважаемая Алина, и вам подобным разговариваем. Потому... Ну вот такая вот история, друзья. Связь прервалась, то ли она положила трубочку, так или иначе. Бедняга мучается на этой работе, понимая, что ситуация не очень-то в ее сторону развивается, и в то же время работать-то надо, выполнять свои обязанности надо, а то зарплату не заплатят. Вот такая вот какая-то ерунда. Ну и вам я предлагаю, друзья, с таким же вот, скажем так, качеством относиться к звонкам, если вы еще этого не научились делать. Ну, а те, кто хотят стать под юридическую защиту, я перенаправлю на наш сайт, ссылочка в описании ролика. Также для вашего удобства выходит в правом верхнем углу подсказочка кликабельная, вот она. Посмотрите, пожалуйста, видео на этом сайте, там рассказывается, как устроена работа кредитных юристов компании «Алиам», чем мы вам поможем, что мы для вас сделаем. Хватит, наконец-таки, бояться, трястись, надо дела свои в порядок приводить. Также можете посмотреть обращение, кликабельная подсказка на плейлист с обращениями руководителя компании «Алиам» Кузнецова Дмитрия. Тоже вот она выходит в правом верхнем углу. Пожалуйста, еще раз обратите внимание, вот она. Ну и я всем предлагаю подписаться на наш канал, кто еще этого не сделал, узнавайте правду. Очень много роликов поучительных, правильных, веселых, жестких, всяких. Ставьте репост, сделайте репост, поделитесь в соцсетях, чтобы как можно больше количество людей узнало о нашем канале и о той неправде, которая с ними происходит. Помогите людям хотя бы таким образом, да и себе в первую очередь поможете, конечно же. Ну и лайки не забывайте, кому понравилось, кому не понравилось, дизлайки. Еще раз напомню, посмотрите видео на нашем канале, на нашем сайте. Это те, кто хочет стать под юридическую защиту, чтобы у вас было как можно меньше вопросов. А там действительно все очень грамотно изложено, с минимумом юридических терминов. Кликабельная подсказка в правом верхнем углу трансляции. Вот она. Нажимайте, попадайте на сайт. На сайте, обратите внимание, справа в углу есть телефон, с которого мы вам будем звонить. Туда звонить не нужно, очень сложно, до нас дозвониться практически нереально. А вот мы вам будем звонить, как вы только оставите заявок в специальной форме на сайте. Позвоним вам в рабочее время, забейте наш телефон себе в записную книжку в телефоне, в телефонном аппарате, и не пропустите от нас звоночка. Еще раз повторяю, в рабочее время по московскому времени мы будем звонить, чтобы поговорить с вами, чтобы вы могли задать оставшиеся вопросы, ну и принять уже действительно взвешенное и правильное решение. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алиам». Всего вам хорошего.